В Кургане состоялось первенство Уральского федерального округа под тхэквондо ВТФ. Соревнования собрали 320 спортсменов от 12 до 14 лет. Каждый десятый из них представлял Тюменскую область, а шестеро – команду под руководством старшего тренера Сухроба Сатывалдыева. Именно ее участники – Богдан Андрейчук, Вероника Карепина и Анжелика Волоснякова – вернулись домой с золотом. Перед соревнованиями мы ездили в Курган. Там мы спарринговались между девочками моего возраста. Потом мы приехали в Тюмень. Там еще были усердные тренировки. Сейчас мы отдыхаем перед турниром первенства России. И на следующей неделе уже приступим полномасштабным тренировкам. Будем готовиться к первенству. Первенство России состоится с 9 по 15 июня в Белгороде.